Даже две радуги. Это на копченочку. Ростик, это провокация, не ведись. Они тебя провоцируют на конфликт. Кому он реально, блядь, нравится? Подожди, гангрена это из антикиллера? Гангрена. Нет, гангрена это прижизненная эндокринная ткань. Он из его вида. Который, в принципе, надо удалять. А, острые кучки. Подожди, подожди. Здесь курчик пеленгас, блядь, сидит. Тут круче пеленгас сидит. Давай на резиночку. А он на резинку не берет, да? Сыпалась эта самая рыбка, надо было упустить, и ты ее захватил.
Бляха, это надо типа ночью брать ружье и тупо лобана стрелять. Что тебе и приют? А как? А что можно как? А что так можно было? Да, я так и сделал. Поставь, потому что это тебе стыдно. Я понял. О, то есть вот туда-сюда ходит, не дай бог, я вынимаю там все это кусочек, это будет везде. А что у тебя случилось? Он говорит, то, что ближе к тебе, то, что ты обычно говоришь. Понял? Ну правильно, потому что я вижу, идет молния, понял? А значит, ее будет ставить. Ваня, я вижу такая туча, что... Да, так бьет его. Да, так тру-тру-тру. Инспекция интернет, да? Стоит иногда пройти, чтобы он нарезал. У меня такие сколько раз было, лентами поднимали. По 15. Два крючка съела с собой. Ложись. Меня на ближний перестало брать. Ух ты, что это было? Это дельфин. Ебать, когда тут сидишь один и только шлёп-шлёп. Так высаживает. Да, да, вон, вон. Гуляет. А, блин, еще не скавриду погонит. Он же скавриду, не просто так. Он же съем. Смотри, какой красавчик. Мне голодомат, зачем мне твоя страница? Он один раз... Слушай, а он типа по резинкам как, не проедет? Не, он... Один раз только. Да. Он что-то поговорить может. Это такое... Животное. А? Шорты целые не замочил. Нормально у тебя стоит? Ой, да. Почему залегло? Ну, может, только... Ну, опасно, ты наклонишься. Крючковый силикон. Кто не хочет? Как это?
Смотри, типа по капусте вообще. Надо собираться, да? Немного теплее за стеклом. Это надо все побросать в сумку, как я говорю.